Leave your coat, it isn't cold out. I'll be with you just in case. Don't be nervous, 'cause I'm here now. Fight the urge to stay the same. Привет, моя прекрасная рукодельница. Еще один стильный фоновый узор сегодня обязан просто отправиться в ваши копилки. Минималистичный строгий дизайн в виде широких вертикальных полосок. Раппорт такого переплетения составит 12 петель и 2 ряда по высоте. Пряжа в образце Yarn Art Melody. Переходим к мастер-классу. Все внимание на экран. Итак, друзья, узор формируется с изнаночной стороны. Мы начинаем с первого ряда раппорта. Кромочная петля. 4 изнаночные, 2, 3, 4 и 1 изнаночная петля с дополнительным накидом внутри. Затем 2 лицевые, 1 изнаночная с дополнительным накидом внутри и 4 изнаночные. Это первый ряд раппорта. Раппорт зеркальный. Теперь второй ряд, он будет заключительным. Кромочная петля, 2 лицевые, они идут у нас по узору. А затем нам необходимо будет скрестить 3 петли между собой, так чтобы первые 2 остались за работой, а вторая, где мы раскрутим наш накид и сделаем длинную петлю, останется перед работой. Перекрестила петли и каждую из них провязала лицевой петлей. Затем 2 изнаночные, еще раз скрещиваем петли, 3, но в другом направлении. Первая длинная остается перед работой, 2 короткие петли стандартные остаются за работой. Перекрестила петли, каждую из них провязала лицевой и симметрично заканчиваем раппорт 2 лицевыми петлями. Друзья, на этом мастер-класс я завершаю. Не забудьте сохранить данное видео в своей копилке. Всем отличного настроения, скоро увидимся!